знаете, дал себе слово не обсуждать работу арбитров, но здесь просто не могу себя сдержать. Это то, что творил этот молодой человек сегодня на поле, это полное безобразие. Честно скажу, я такого не видел со времен Советского Союза. Просто наглым, бессовестным образом второй тайм он издевался над командой. Мы переиграли 5 минут. Ну, это просто, у меня нету слов. А что касается самой игры, ну, мы сегодня сыграли, я считаю, один из самых своих лучших домашних матчей. За исключением, конечно, концовки. Там, когда у нас было удаление с Мирошниченко, команда соперника выпустила там габаритного нападающего, там они всей командой пошли, навал, стык. Ну, к сожалению, мы не выстояли, не устояли. Потому что удаление центрального защитника все-таки в концовке повлияло, я считаю, на исход матча. А так, ну, по игре доминировали, были быстрее, свежее, как бы выигрывали больше единоборств, создали очень много моментов хороших. К сожалению, два реализовали. Ну, это футбол. К сожалению, нам повезло с ротором. Сейчас не повезло в этой игре. Судья не судья, но тем не менее. Надо было и с судьей вместе обыгрывать их. Поэтому.